В преддверии праздников ЦИОМ провел телефонный опрос среди жителей, готовы ли они платить за просмотр лицензированного кино в интернете. Оказалось, что треть россиян отдали бы от 300 до 500 рублей ежемесячно за возможность смотреть фильмы и сериалы в хорошем качестве. При этом 10% опрошенных раскошелились бы за подписку на 300 рублей, 15% не жалко отдать и 500. Почти половина россиян считают, что после того, как фильмы оказались в интернете, авторы не должны запрещать людям смотреть их бесплатно. 62% опрошенных предложили снизить цены для просмотра или скачивания лицензионных копий фильмов и сериалов. По их мнению, это должно помочь в борьбе с пиратством. При этом четверть россиян признались, что лучше посмотрят фильмы и сериалы в плохом качестве, но бесплатно.